Семибоярщина – временное боярское правительство, образовавшееся в России после свержения царя Василия Шуйского, который умер в польском заточении в июле 1610-го. Состояло из 7 членов Боярской думы. Главой же Семибоярщины был избран князь, боярин, воевода, влиятельный член Боярской думы Федор Иванович Мстиславский. Одной из задач нового правительства стала подготовка выборов нового царя. Однако военные условия требовали незамедлительных решений. В результате так называемая Семибоярщина заключила договор с поляками об избрании на российский трон 15-летнего польского королевича Владислава IV, сына Сигизмунда III, на условиях его перехода в православие. В российской истории этот факт рассматривается как акт национальной измены.